небольшая предыстория. Первое видео на моем канале это был Prison. Prison по Кристалликсу. Это очень веселая и интересная игра, которая завораживает в себя, и ты просто не можешь перестать в нее играть. Только чем эта игра тебя может так заворожить? Ведь ты просто берешь, копаешь блоки, улучшаешь левел, улучшаешь свои навыки в PvP, убиваешь боссов, улучшаешь броню и тому подобное. Ведь больше ничего эта игра из себя не представляет. Но сегодня я попытаюсь докопаться до истины и ответить на вопрос, что такое Prison головного мозга. Зайдя на кресту и только оказавшись на спауне, нас встречают вот такие вот топы по уровню, топы по блокам, топы по крысам и топ, конечно же, по деньгам. И уже это начало заражения наших мозгов. Ведь ты смотришь, твоего никнейма тут нет, ты даже не знаешь этих людей. И даже если появишься ты в этом топе, никто абсолютно тебя не будет знать, кто будет играть на этом сервере. Но ты хочешь достичь того самого топа 1. Вот допустим, кто такой Shockers XS? Знаете такого человека? Допустим, я нет. Просто какой-то шокер, который достиг топа 1 деньгам, для нас этого ничего не знать, но для него это просто лучше, чем оргазм. Он получает настолько большое удовольствие, тем более он состоит в топе по блокам еще и топе по уровню. А также в топе по крысам он не состоит. Представляете, насколько он будет счастлив, если попадет в топы по крысам? Насколько будете счастливы вы, если вы попадете в этот топ? Задайте себе этим вопросом. Почему Prison устроен так, что мы хотим добиться именно топа? Зачем он нам вообще нужен? Мы не понимаем этого, но зайдя на сервер, мы уже хотим тут оказаться. Кстати, I'm Limbo. Люблю. Дальше нас встречает ежедневная награда и заключенный. Ну мы, конечно же, нажмем по нему и посмотрим. За каждый заход мы будем получать деньги, что толкает нас заходить все чаще на этот сервер и чаще играть. Конечно же, мы хотим зайти во второй день получить $5, которые нам не сильно будут важны, но мы захотим попасть на пятый день, получить звезду. И, конечно же, на седьмой получить бустер, что для нас очень важно. Также, если ты к нему по заключенному, тут тебе различные бонусы задают за время игры. Это опять же нас толкает просто брать и играть на этом сервере. Ведь чем больше мы играем, тем мы больше получаем бонусов. Но как устроены эти бонусы? Допустим, локальный бустер блоков. Если ты его активируешь, как минимум полчаса, ты не можешь выходить из игры. Плюс полчаса игры на призоне. Тем самым он тебя все больше и больше вербует к себе. Ведь эти полчаса, когда ты не фармишь ни по одному блоку, как хотелось, все в статистику добавляются 2 блока. Ну а также в инвентарь падает все 1. И это мы еще не закончили обходить весь спаун. Дальше нас встречает еще один молодой человек под названием Бомж, который тоже нам дает за накопанные блоки бустеры. Локальный бустер денег, локальный бустер блоков и локальный бустер опять денег. Все это ты можешь получить только лишь позадротив, очень сильно поиграв и поломав блоки. Конечно, теперь спустя час игры, когда ты достиг уже 3 уровня, у тебя открывается новая способность, и это ходить на босса. Босс леший. Но сам прикол того, что ты не будешь получать от этого удовольствия, а лишь боль и страдания, которые тебя разозлят и заставят все больше и больше играть. Я объяснюсь. Когда спаунится босс, ты не один его бьешь, а бьешь почти с полсервером игроков, которые будут пытаться тебя убить. Убить, забрать твои деньги, забрать твои блоки, если ты их не успел продать и тэпнулся на босса, забрать ключи, забрать все, что только ты нажил. И итог. Когда ты убьешь босса, ты заработаешь $50, потому что у тебя не будет ни меча, ни нагрудника, ни брони какой-либо. Из-за этого ты зафармишь 50 голды и будешь этому счастлив. И ждать, пока этот босс снова зареспаунится. И все будет
по новой. Спустя еще один час игры, а может и два, смотря как ты будешь копать, у тебя откроется такая функция, как фракции. Всего есть 4 вида фракции. В принципе, выбирать какую-то, ну вообще, смысла особого нет. Ты просто должен смотреть в чате, каких людей больше, допустим, азиатов, афроамериканцев, либо же славян, и у кого там самый большой уровень, заходить туда. Почему же? Так, чтобы тебя просто не убивали на боссах, эти же большие левела, и были во твоей фракции. Но зачастую они просто берут и выходят, потому что им нет смысла сидеть в каких-либо фракциях. Что у нас вообще имеется тут? Своя шахта у каждой фракции, а также центр. Для чего вообще он нужен? Для того, чтобы нафармить крыс. Ведь без крыс ты не можешь абсолютно никого убить. Допустим, наш меч, стоимость меча стоит, ну, убить как минимум. Тебе нужно 8 крыс, чтобы у тебя был деревянный меч. Чтобы ты его апгрейдил до остроты 1. Для алмазного же меча на остроту 2 ты должен убить 20 тысяч крыс. Вот как мы можем наблюдать за обычным игроком, он пытается брать и фармить крыс. Так как он сейчас состоит в видео, его никто не трогает и не убивает, и он может спокойно этим заниматься. Но когда придет дядя постарше него, он просто возьмет, убьет его и будет фармить вот этих маленьких тварей. Для того, чтобы попасть в топ-1 по крысам. Для чего же все это? Я до сих пор не понимаю. Спустя еще 1.5 часа игры, тебя, наверное, скорее всего, уже возьмут в какой-либо клан, банду, называйте, в принципе, как хотите. Хотя она открывается намного раньше, чем фракция. Но создавать свою банду вообще нет смысла, потому что для нее нужно очень и очень много денег, чтобы ее улучшить. Чтобы ее создать, не так уж и много. С появлением банды ты начнешь думать, что твоя жизнь стала проще. Но нет, все только начинается. Ведь что дает тебе банда? Возможно, ты захочешь зафармить чью-то шахту. Захватив ее, у тебя будет бустер 0.1 к твоим добываемым блокам. Чем больше у тебя бустер, тем у тебя больше шанс попасть в топ. Ведь тебе нужно добыть меньше блоков, чтобы попало все это в статистику. Да, возможно, тебе повезет с бандой, у которых даже в обычных сундуках будут лежать книги, зачарования, еда, яблочки и так далее тому подобное. Но самое опасное — это вот этот портал, в который мы сейчас и заходим. Попав на эту территорию, мы попадаем в ганг-зону, как она называется. Это просто бандитская зона, на которой существует черный рынок. Давайте даже я сейчас вам это продемонстрирую. Нажимаем ПКМ, и у нас тут есть вот такие вот интересные вещи. Улучшение топора и улучшение нагрудника, то есть мы можем все это улучшить дешевле, чем оно стоит на самом деле. Также на этой зоне есть шахты, которые можно захватить. В этом заключается весь сок. За захват такой шахты вам может кинуть вар какой-либо высокого уровня человек. Или даже клан вар. То есть вам кинут войну весь его клан. Понятное дело, что эти люди в принципе могут забить фиг и вообще забыть ваш никнейм. Потому что вы для них абсолютно ничего не значите. Но когда вы достигнете их уровня, потому что вы сможете это сделать. Потому что если вы не все еще не выключили этот видеоролик, то именно вы зависимы от призана. Вы даже заходите на YouTube, чтобы посмотреть, что такое призан головного мозга. Задумайтесь, насколько вы больны. Но я вас обрадую, больны не только вы, а еще тысячи игроков, играя не только на Кристалликсе, но и других серверах. Это та самая зависимость, которая не вредит вашему здоровью. И лучше играйте на призан, чем курить и употреблять спиртные напитки. Всем спасибо за просмотр, ставь лайк, подпишись на канал. Всем удачи, всем пока, ребят.